О, папа, круто? Да. Папа наш нырнул прям. Круто было. Да, круто было. Сонечка, палится. Как водичка? Отлично, водичка. Надо хранить. Всем привет. Фух, поплавал немного. Вот он наш. Вода Франка. Она чисто для народа, да, сделана. И, кстати, вода чистая, теплая. Да. И прям это. Ну, от нас, наверное, минут 15 пешком идти. Вообще рядом. Да, вот дома все закрыто. Народу сегодня много. Все суббота, да? Сегодня выходной, суббота. Все суббота. Этот. Все весь город здесь. Все покупают. Сегодня сейчас. Ну, глаза прям. А? Солнце прям в глаза мне слип. Сюда. Так что работа, работа, отдыхать-то надо. Сегодня выбрали время. Сейчас миллион вопросов, но потом отвечу. Здесь и связи нету. И звонили только, откуда не звонили. Вечером буду отвечать, приеду домой. Да, тут связь плохая, кстати. Ну, связь плохая, но сними, красота, лес. Народ купается на берега. У нас тут песочек. На бай. Ну, дети сейчас. А, старшие дети у нас на Байкал, на Байкал, кстати, уехали. Там вода, наверное, ледяная. Сейчас поедем домой. Было, да. Было жарко. Вот у нас с нами Алиночка только. Алина. А Лиля с Тимуром уехали с моими родителями на Байкал. Было жарко. Что-то тучи подошли. А сейчас на завтра дождь обещают. А, уже дождь завтра? Сейчас, наверное, затянет уже ночью. Ну, вот так вот. Я в летнее время у нас вот перекрывают. Зимой здесь и нету воды, а летом здесь и перекрывают, чтобы народ остался. Рыбачило. Еловка, еловка. Ну ладно, так что сегодня отдыхаем в субботу. Всех с праздником. Пока, скоро увидимся.